Конфликт отцов и детей из-за жилплощади. Ситуацию, когда материнский капитал стал отцовским, пришлось вмешаться прокуратуре Советского района. Надзорное ведомство обратилась жительница областного центра и рассказала, что вместе с мужем вложила средства материнского капитала в улучшение жилищных условий. Семья приобрела большую квартиру. Право собственности на данное помещение оформил от себя глава семейства. Через какое-то время брак этой семьи был расторгнут. То есть брак. Через какое-то время брак был расторгнут. И самое интересное, что на тот момент доли детей в этой квартире не были определены. В связи с тем, что данным положением нарушались жилищные права детей, прокуратура вмешалась и обратилась в суд в защиту прав несовершеннолетних с требованием о выделении доли несовершеннолетним в квартире, где проживает их отец. В судебном порядке надзорному ведомству удалось восстановить жилищные права детей. Им досталось по 1/3 доли.